Здравствуйте, вот сам шуруповерт. Это реплика у нас. То есть не оригинальное устройство. Видим, все работает, стопы срабатывают. Переключаем второй режим. Соответственно, чуть поменьше. Новый мы вообще ни разу не пользовались. В комплекте у него идет, помимо этого, то есть биты различные. Мы видим, в коробке идут. Соответственно, второй аккумулятор. Аккумулятор, как понимаете, простой, съемный. То есть вот. И также идет в комплекте обычный заряд. Сейчас подключу, покажу вам, как это все работает. Включили зарядник, видим, горит зеленый. Берем, вставляем шнур. Оп, то есть ставили, видим, загорелось красным, идет заряд. Соответственно, вытащили, раз батарейку поставили, берем вторую. Сам разъем, также видим, опять горит зеленым. То есть индикатор, все срабатывает, все переключается. Здесь, соответственно, все так же. В комплекте идет кейс. Биты, еще раз общий комплект.